Привет, с вами Надежда. Сегодня я хочу вам показать очень простой рецепт салата, английского салата. Вообще-то, конечно, его корни уходят куда-то далеко в Германию, но англичане сегодня считают его своим салатом и, наверное, заслуженно, потому что они его немножко изменили, переделали и назвали немножко по-другому. Называется он coleslaw. Это фактически капустный салат, который заправляется майонезом. Везде его очень любят в Англии, везде его подают и в дорогих ресторанах, и в забегаловках, везде. Итак, для него нам понадобится капуста белая, морковка, и как капуста красная и лук, это как добавление, если кто-то хочет, потому что классический рецепт это просто капуста и морковка, это по вкусу. Также нам понадобится майонез, у меня вот такой вот французский майонез, сейчас мы его добавим туда и перемешаем. Также я добавлю туда вот такой вот, как называется, винегар, уксус. Вот такой вот уксус. Немножечко сбрызгну салат, а потом добавлю майонез и перемешаю все. Так, немножко уксуса, совсем чуть-чуть. Вообще этот салат может, как сказать, храниться до 4 недель. То есть в состоянии, когда все вот это майонез, винегар, не винегар, как он, уксус, когда все это сложено вместе, то он может до 4 недель. И вообще он вкусный самый, именно вот когда он постоит. То есть не сразу его кушать надо, а хотя бы дать ему день-два постоять, тогда он будет самый вкусный. И опять все перемешаем. Да, забыла еще посолить это. И немножко добавить сахара. Добавим соли. Сахаром я уже посыпала немножечко. Совсем чуть-чуть надо, много не надо. Соль у меня розовая, гималайская, по-моему, или как там называется. Какая она? Да, гималайская соль розовая. Вообще, конечно, этот салат делают по-разному. Некоторые его режут очень крупно, очень такими большими кусками. Некоторые, наоборот, очень мелко. Кто-то делает его с луком, кто-то делает без лука. То есть, в принципе, тут свободная фантазия. У кого какая фантазия? Но классический, вот, говорю, капуста, морковка и майонез. Ну, естественно, как он называется, винегар, опять забыла. Уксус. Вот такой вот. Теперь этот салат нужно поставить в холодильник на день-два в коробочку, и он будет готов. Очень вкусный салат. Советую всем.